Прививочная кампания продолжается. Все больше жителей автономии изъявляют желание вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Этому, среди прочего, способствует усовершенствованная организация работы медиков. Сегодня активно работают выездные бригады. Теплоозерская центральная районная больница направляет сотрудников на предприятия и по адресам жителей района, желающих привиться. Наиболее сталкивается с этой инфекцией это наша служба. Анестезиология, реанимация. Потому что тяжелые больные легкой и средней тяжести могут лежать в палатах на кислородной поддержке. А вот тяжелые больные лежат в отделении реанимации. Областной больницы, вот, отделение специализированное. Там находится специальная аппаратура, которая проводит интенсивные мероприятия по лечению больных. Вот. Наличие таких больных, как вы знаете, очень большое. Александр Клименко отмечает, смертность от коронавируса можно остановить лишь с помощью коллективного иммунитета. Во все века именно вакцина помогла остановить страшные эпидемии. С теми товарищами я встречался, которые отвергают все в нашей жизни и даже прививку. Да, полностью отвергают, обращаются к знахарям, шаманам и прочее, прочее, прочее. Лечатся сами отсюда. Позднее поступление в больницу. Более тяжелые формы. Есть люди, которые отвергали вакцинацию, но потом привились. Те больные, это граждане нашей страны, которые отвергали, а потом попали, их много. Тем временем новый штамм коронавируса движется к России. И только от ответственности ее граждан зависит, будет ли он встречен во всеоружии. Ольга Киселева, Денис Листюхин, Новости 21.